Ты чего делаешь? Вылазь давай! Слышь, если ты в моей принцессе криминалом занимался... Да не ори ты, это Джей Джей попросил тогда тачку сюда. Починил? Не, он сказал, верни Джиму сломанную тачку. Ездит нормально? Нормально. Да, еще не один год проедет. Зверюга, так и сказал. Зверюга, да? Вот видишь? Видишь? Это вон сосед мой, Химен, повелитель вселенной, ржет надо мной. Не смешно. Ездит тут, понимаешь, на синем японском пикапе, что ли? Только он не понимает, что это классика. Настоящая машина. Наконец-то сделанная руками британцев. С европейцами всегда так. Они... Не, скучно. У меня дел за гланды. Каждому свое, сынок, каждому свое.